Как интересно провести время. Совсем скоро в Приднестровье по инициативе посольства Российской Федерации в Молдове пройдут Дни российской духовной культуры. По этому случаю во Дворце Республики пройдет концерт академического русского хора «Свешникова». А в кинотеатре «Тирасполь» отметят День российского кино. С 28 по 30 октября там покажут фильмы российских режиссеров «Край», «Елена» и «Все просто», «Вход свободный». А сегодня во Дворце Республики перед приднестровцами выступит Российский академический оркестр народных инструментов имени Николая Осипова. Вход на концерт по бесплатным пригласительным билетам. Их можно было взять в кассе Дворца Республики. Кроме этого, с 27 октября стартует проект «Лица друзей». С октября по май, в последнее воскресенье месяца, пройдут концерты джазовых музыкантов. В это воскресенье мы встречаем гитариста, выдающегося гитариста, легенду, народного артиста Украины Энвера Измайлова. 6 ноября во Дворце Республики состоится концерт также гитариста-виртуоза, но который уже творит совершенно в другом жанре, в жанре классической гитары. Я говорю о Евгении Финкельштейне. Это гитарист, который входит в десятку лучших гитаристов, который исполняет классическую музыку на акустической гитаре. А маленьких зрителей в дни школьных каникул 3 ноября ждет Одесский театр мыльных пузырей. Стоимость билетов и время представления можно узнать в кассе Дворца Республики.